мистецтво створювати факти, не жартома підпорядковувати собі події людей. Вигода – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами программа «В деталях», и я ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте. На прошлой неделе произошли два события, которые повлияют на жизнь каждого из нас. Первое событие – это распределение бюджета так называемого развития, которое произошло 12 апреля. И второе событие, не менее важное, это избрание Владимира Гройсмана премьер-министром и его команды. И сегодня мы подготовили небольшой сюжет на тему принятия бюджета. Сесія розпочала свою роботу майже на півгодини пізніше, чекали на опозиційний блок. Однак чи то туман, чи то бажання знову не брати на себе відповідальність за ключові питання, або ж політичні переслідування завадили опозиціонерам потрапити до сесійного залу. Проте кворум 28 депутатів знову зібрався. А от розпочали народні обранці не з бюджету, як очікувалось, а з доповнення порядку денного переглядом кількох цільових програм, що вже розглянули минулого разу. Так знову розглянули один з пунктів програми «Соціальний захист населення» щодо фінансування пільгового проїзду в міському транспорті. Закон дозволяє виділяти на це кошти не тільки з державного, а й з міського бюджету. Повернулись до пункту програми «Правопорядок». Минулого пленарного засідання депутати відмовили у фінансуванні громадських формувань. Як з'ясувалось, проблема значно глибша. Другі, 672 тисячі, які йдуть на фінансову підтримку опорних пунктов, означает, что для работы с населением в городе созданы 32 общественных пункта охраны правопорядка. График работы такой, что 3 дня в неделю прием граждан ведут участковые, другие 3 дня в неделю прием граждан ведут начальники опорных пунктов, помощники участковых, которые являются членами формирования. Якщо кошти не виділяти, то економія може й бути. Але це не вирішить проблем з охороною порядку у віддалених районах Миколаєва, таких як Тернівка, Широка Балка, Мала Корениха тощо, де опорні пункти чи не єдина можливість населення звернутися по допомогу до правоохоронних органів. Сергій Ісаков, який на минулому засіданні ініціював виключення цього пункту з програми, дещо змінив свою думку і запропонував розв'язання проблеми – виділити кошти на півроку. Якщо експеримент буде вдалим, то продовжити фінансування. Третім питанням, до якого повернулись депутати, стало утворення нової структури. Нагадаємо, що минулого разу народні обранці проголосували це питання, виключивши назву департамент та зменшили кількість його штату з 32 до 16 осіб. Міський голова повернувся до цього питання, адже в стенограмі було відсутнє поняття «юридична особа» і знову намагався збільшити чисельність вже до 36 працівників. І знову проти збільшення виступив депутат Ростислав Філевський. Чую, що юридична особа вкрай необхідна, але для чого, так і не чую. Так до чого ж юридична особа нова? Що ми будемо плодити? Зійшлись на тому, що мер підпише рішення, ухвалене на минулому засіданні, і люди почнуть працювати, а вже час покаже, чи потрібно збільшувати їхню кількість. Зміни до бюджету слухали півгодини, хоча деякі депутати пропонували проголосувати його, так як слухали на всіх депутатських комісіях. Однак міський голова наполіг на тому, щоб заслухали всю доповідь Валентини Бондаренко. Велика кількість цифр народних обранців не налякала. Однак деякі депутати були не готові голосувати за бюджет в цілому. Свою позицію пояснили так. Я не готов сегодня голосовать за этот бюджет по той простой причине, что мы сегодня пожинаем плоды той недолугой политики наших коллег. Нарешті фактично з усім погодились, крім розподілу витрат на житлово-комунальне господарство, тому мер запропонував компромісне рішення. Також в нас є, якщо ви не знаєте, округи, на яких немає депутатів, не обрано, порожні округи. Тому я взяв на себе таку відповідальність і сказав, що по департаменту ЖКГ передивимось всі ці витрати, які там заплановані, і розділимо їх пропорційно округам.
І запропонував підтримати бюджет за виключенням розділу, що стосується ЖКГ. За такий варіант міського бюджету депутати проголосували одностайно. Тому всі міські структури, крім департаменту житлово-комунального господарства, мають почати роботу. Комунальники можуть отримати свої кошти вже цього четверга на третьому пленарному засіданні. На ньому розглядатимуть також блок земельних питань. И сегодня мы решили поговорить о принятом бюджете и вообще о том, что происходит в Горсовете, с нашим гостем. И у нас в гостях Вячеслав Симченко, директор Николаевского теплоремонтного завода. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И начнем мы вот с чего. Несмотря на то, что мы сейчас не будем особо копаться в цифрах, но есть два принципиальных момента в этом принятии. Первое, это был... депутаты расписывали бюджет развития. Это первый момент. И второй момент. Сейчас у депутатов не осталось возможности проголосовать и высказать фактически альтернативные мысли, потому что отсутствует оппозиционный блок на сессиях. И фактически тут либо все, либо ничего, так как бы такая вот ситуация возникла. Как бы вы прокомментировали вообще... распределение бюджета развития вот с позиции вот как бизнесмен, как человек, как хозяйственник, как человек, понимающий, что такое развитие и что такое бюджет проедания. Ну, смотрите, тут на самом деле действительно очень много идет разговоров по поводу различных статей бюджета, по поводу того выделения этих средств там, где, на какие округа пойдут. Ну, если так немножко глобально посмотреть на эту всю ситуацию, ну, город, по большому счету, да, это тоже своего рода предприятие, просто большое, многоплановое. И действительно очень много проблем. Да, очень много крыш, которые необходимо делать, на которые денег не хватит на все. Очень много дорог и прочее, прочее. Ну, жизнь города масштабна, да. Да, да, да. И по большому счету, да, есть моменты, которые очень важны для конкретного там, жителя какого-то одного конкретного дома. Но по большому счету для города не столь важно, в каком именно, какую именно текущую крышу, протекающую крышу будет отремонтирована. А что гораздо важнее, чтобы все-таки каждая гривна была максимально эффективно расходована. Для того, чтобы, опять же, очень много, зачастую мы видим, к примеру, какие-то идут так называемые там, ямочные ремонты, да, если взять о дорогах, там еще о тротуарах, и деньги, так как я считаю, немножко размываются, и по большому счету граждане не видят, куда эти деньги идут. Там, ну, тут одну ямку залатали, тут другая ямка появилась, опять же. То есть вы хотите сказать, что нет прозрачности расходования, да? Ну, тут два есть, как, на мой взгляд, опять же, принципы, как бизнесмена. В первую очередь, я считаю, максимально эффективно есть смысл вкладывать деньги на какие-то капитальные ремонты. Например, если сделали улицу, какую-то дорогу, хорошо ее сделали. Мы понимаем, что она будет стоять многие-многие годы, и уже туда не надо будет каждый день. 5 вроде как заявлено, 5 лет. Где хорошо делают дороги, они стоят и по 20, и по 30 лет. Например. И каждый горожанин видит, куда эти деньги потрачены. Он видит, вот она, да, эта дорога сделана, там нет ям, там ничего. И, ну, это принцип расходования. И основной, гораздо более важный принцип, я считаю, это для того, чтобы были максимально прозрачно заключались договора, то есть было, чтобы было четко и понятно, кто у нас подрядчик, кто выполняет эти работы. И даже не столько важно кто, потому что очень зачастую под этого кто и те или иные статьи бюджетов принимались. Да? То есть, только... Важно как и по каким расценкам, потому что весь городской бюджет, по большому счету, это деньги каждого гражданина, каждого горожанина. И каждый горожанин должен знать, видеть и понимать, как его деньгами распоряжаются. По какой цене город закупает там, бензин, к примеру. Да? По какой цене закупается там, краска на те или иные работы. По какой цене закупается рубероид. И когда граждане будут это видеть, тогда каждому будет понятно и... Зачастую оправдано, иногда может быть неоправдано обвинение там,
называемом дерибане бюджета, да, так уже дерибанить, распиливать, очень общепринятые терминологии. Но вот когда есть прозрачность, тогда и меньше у людей возникает вопросов по этому. Окей, Вячеслав, вот смотрите, какая интересная штука получается. Мы вчера на программе «Контраргумент» касались такой темы, как электронное правительство. Да. Ну, для многих, опять же, я понимаю, что несколько размытый такой термин, то есть, ну... Электронное правительство – это услуги доступа или к административным услугам, либо доступа к чиновникам, либо к какой-то информации посредством специального сайта, окошечки, кнопочку нажимаешь, человек, не приходя, допустим, в какое-то муниципальное учреждение, получает некую информацию. И вот в чем вопрос. По мнению разработчиков, такого сервиса под названием iGov, это волонтерский проект, который появился после проекта Прозора по госзакупкам, а этот проект iGov, он как раз предполагает доступ вот к именно таким услугам, включая там вплоть до приема к мэру, например, да, или там губернатору. Вот. Так вот, по мнению разработчиков, мэрия, муниципальные власти отпихивают их. Не хотят. То есть они им говорят, возьмите, мы вам бесплатно даем, за это ничего не нужно платить, мы волонтеры. Они говорят, не нужно нам, мы, у нас своя программа, мы что-нибудь свое придумаем, потому что мы немножко по-другому видим. И вот они бьются, как лбом об стену. Так вот, Юра Решетник, мы совершенно очень верно. Много с ним тоже говорили по этому поводу. Так вот, у меня такой вопрос. Вот смотрите, каким образом люди, например, могут узнать, куда потрачены деньги их бюджетные вот эти деньги, например, там, ну, на какой-то там, ну, на условный там ремонт чего-либо, да? То есть, если бы такая услуга уже работала, они могли бы нажать кнопочку и посмотреть, вот подрядчики, вот сколько потрачено и так далее, не выходя из дома или там смартфон, планшет. А так этой услуги нет. Как люди могут ее посмотреть? То есть им скажут, ну, подождите немножко, мы вот осенью разработаем чего-то там, да, разработаем, потом посмотрите. То либо есть, то либо есть... как сегодня вообще, вот да. как сегодня можно узнать, на что потрачены деньги? Совершенно верно. Либо есть другая, ну это такая шуточная, но первое, что пришло в голову, это возле каждого объекта просто вешать табличку, здесь потрачено столько-то действительно, денег. Действительно, мое мнение, по крайней мере, должен быть один сайт, на котором вся информация о том, куда, во-первых, планируется расходование денег. Да? Действительно, должен быть план какой-то, если это дороги, допустим, вот где какая улица, сколько метров там делается и по какой расценке, да, и когда оно все, говорю, открыто, прозрачно, но опять же, почему придите, у меня на предприятии, начиная там от меня, снабженец, любой слесарь, у меня знает, что почем покупается, да, и смысл пытаться скрывать какую-то информацию, если у человека нет каких-то задних мыслей. Оно все должно быть на сайте горсовета. Мало того, опять же, много обсуждались вопросы с транспортом. Там были проблемы с вывозом мусора. Угу. Да? Никто не понимал, что к чему, почему это не происходит. Если бы висел договор с подрядчиком на сайте, да, вот, и там... Уважаемый там Андрей Остреб, Игорь Пок, зашел на сайт, посмотрим, кто у нас там должен вывозить мусор сегодня там в моем районе. Такой-то. Какие штрафы предполагаются за то, что он вовремя их не вывез? И способы воздействия, если конечно, он плохо... Да, конечно, я же говорю, какие штрафы, какие условия разрыва договора. И секундочку, если нарушается договор, и... Уважаемые юристы горсовета, да, то есть город заключал с подрядчиком договор, подрядчик не выполняет условия. Юристы, будьте добры, отработайте, иначе за что вы получаете там зарплату? Не за то, чтобы вот сидеть тут, кофе вот пить, тут вопрос а для того, чтобы разбираться с подрядчиками. Почему, опять же, ну, может быть, тут у меня была достаточно жесткая школа, потому что у меня очень много заказчиков, скажем так, достаточно серьезные корпорации, и приучили очень жестко придерживаться каждой буквы договора и понимать, что за любые нарушения, будь это там срок, будь это там что-то еще некачественное. Кроме всего прочего, это просто репутация. Ну, безусловно. Безусловно. Во-первых, это репутация, а во-вторых, ты понимаешь, что это
За этим следуют санкции. Вот тут сразу следующий вопрос. Смотрите, есть такая риторика, когда поднимается вопрос об как раз о механизме воздействия на подрядчиков, так, иногда звучит такая риторика, а кого мы другого наймем? То есть вот тут возникает такой вопрос. Ну, например, смотрите, для того, чтобы там заниматься каким-то... Это аргумент только коррупционно заинтересованного чиновника. И тут следующий вопрос. А кому выгодно тогда скрывать и поддерживать вот эти, скажем, мифы, связи с недобропорядочным подрядчиком? И, соответственно, коррупционным чиновникам. Есть два ответа. Первое, это, как я уже сказал, либо заинтересованность какая-то, там есть коррупционная связь. Второе, либо халатное отношение к своим функциональным обязанностям. Других вариантов тут быть не может. Я понял. Хорошо, давайте вернемся все-таки к бюджету. Давайте, смотрите, название у бюджета ни много ни мало «бюджет развития». Развитие. То есть по логике вещей это бюджет, согласно которого должно добавиться что-то того, чего не было. Ну, не знаю, там, например, туристический объект, там, я утрированно говорю, да, или там еще какое-то, что-то должно в городе прибавиться, а не прожиться. Ну, глядя на затраты, которые вот сейчас выделены, единственное такое небольшое развитие можно усмотреть только в одном. Это 854 тысячи гривен на зарплаты и начисления, связанные с увеличением численности центра предоставления админуслуг. Ну, который у нас, в принципе, формируется, и, собственно говоря, в принципе, было бы логично, да, что люди должны какую-то зарплату получать. Как вы видите, чтобы вот эта все-таки сумма была не маленькая, это было там порядка 440 миллионов, если мне память не изменяет, было принято в январе этого бюджета развития. Как вы считаете, насколько эффективно тратить бюджет развития на то, что сейчас расписали нардепы, и как бы вы видели, куда его тратить, как бы развивать город? Смотрите, вот эти статьи я бы их не назвал бы бюджетом развития. Ну, как угодно, но это немножко другой вопрос терминологии, потому что, скажем так, нормальное, планомерное развитие инфраструктуры там, города – это нормальный процесс. А развитие, в моем понимании, это все-таки ряд каких-то действий, каких-то там, принятий, сессий, законов, чего-нибудь на создание новых рабочих мест. На строительство там, новых заводов, там, фабрик. Приумножение чего-либо, да? Да, то есть все да. То, что увеличивает валовый продукт города, громады, страны. То, что действительно влияет на благосостояние граждан. Ну, вот что бы в Николаеве вы планировали либо рекомендовали потратить бюджет развития? Ну, там вариантов есть много программ. И насколько я знаю, там еще до обсуждения всех этих программ не дошла на очередь. То есть пока что вот то, что принято, это расходы, связанные с операционной деятельностью. Бюджет обеспечение, обеспечение жизнедеятельности, скажем так. Я хочу добавить, Андрей упомянул вот эти 400 с чем-то там тысяч, да, на ЦНАП, на центре предоставления. 854. 854, прошу прощения. Вот коррупция сразу. Коррупция. Да. Например, программа по созданию какой-то свободной экономической зоны, вот это было бы, в моем понимании, развитие. Это сильнейшая вещь, кстати, можно будет ее обсуждать отдельно. Это было бы развитие. Ну, как вы думаете, например, там жители там, Мариуполя, Львова, там, Одессы, Запорожья, они будут что-то делать для того, чтобы в Николаеве появилась свободная экономическая зона? Ну нет, конечно. Нет, я имею в виду уровень решения этого вопроса. Понимаете, любой вопрос, любое решение, оно всегда начинается снизу. Должно быть определенное лоббирование этих вопросов, должна быть какая-то программа действий, потому что та экономическая ситуация страны в целом сегодня такая, что без каких-то нестандартных решений, хотя в данном случае свободная экономическая зона, это нельзя назвать нестандартом. Да, это уже объезженная такая достаточно тема.
Я был бы, например, возьмите... за офшор в городе Николаеве. Совершенно верно. Прекрасная мысль. Начать там, не знаю, с Индии. Просто зарабатывать Индия, на деньгах. Китай, заканчивать. Да, ну, красавцы в США. Да, сегодня, некоторые, кстати, штаты, опять на фоне панамского скандала, сегодня в штат Делавэр, на ровном месте, ежемесячно будет там какие-то несколько десятков миллиардов каждый месяц дополнительных инвестиций. Живых денег. То есть это продажа воздуха, по большому счету. А мы пока что кроме зерна и руды железнорудной ничего еще продавать не хотим. Как-то время заканчивается, просто тает на глазах. И еще есть очень важный аспект. Давайте все-таки поговорим. Еще и говорить не начали. А время уже почти закончилось. Еще важный момент — это неявка, вот такой бойкот оппозиционного блока на сессию, на вторую уже сессию городского совета. Вот смотрите, ведь в самом деле получилось так, что жители, это немало все-таки, да, это почти 40, там сколько, 46% остались без представительства в горсовете. Как бы вы прокомментировали, ну, вот такое поведение, кому они оппонируют этим? В любом случае, если люди доверили человеку представлять интересы свои во власти, мое однозначное мнение, что человек просто не имеет права игнорировать эти мнения, потому что в любые бывают ситуации, я и на себе достаточно испытывал, продолжаю испытывать определенные всевозможные давления, но это не повод забывать о тех людях, которые, что называется, за тобой. В данном случае там округ — это порядка 7 тысяч человек, городской округ. Если ты представляешь интересы этих 7 тысяч человек, ты должен присутствовать на всех заседаниях, мероприятиях, там, где ты можешь как-то повлиять на их. Можно голосовать или нет, но присутствовать нужно. Конечно, безусловно. Иначе это такая позиция, ну, скажем так, не хочу... Трусливая, назовем. Ну, неправильная. Возможно. Неправильная позиция. Для меня это однозначно. Потому что, по сути, вот эти граждане, безусловно, 26 депутатов по блоку, они действительно представляют фактически там 40% населения города, чьи интересы сегодня... Избиратели города. Да, избиратели города, и чьи интересы сегодня как бы остались... Ну, Не выглядит ли это таким политическим шантажом? И что этим шантажом, собственно, хотят добиться? Да, понимаете, наверное, вот это есть одна из основных проблем, опять же, не только города, страны в целом. У нас все политизированы. Все бабушки, которые сидят на скамеечках, водители маршруток, директора предприятий, журналисты. Сегодня все разбираются в политике. Все знают фамилии всех министров. Но, опять же, тут сейчас буду говорить, может быть, такие вещи не очень популярные в свете закона о декоммунизации. Но, тем не менее, Карл Маркс был не идиот. Есть основные сформулированные принципы. Есть базис, есть надстройка. Политика — это всего лишь настройка. А вот о базисе, об экономике все забыли почему-то. И таким образом у нас уже вот все нам хорошо известно, да, особенно кто на долларе, есть даже пирамидка, да, нарисована. Вот этот вот большой должен быть базис. А вершина — это политика, идеология, это настройка. А у нас сегодня пирамида, перевернутая вверх ногами. Потому что у нас вот такая вот политика, а базиса уже не осталось. Поэтому вот так вот все время качается со стороны в сторону. Ну хорошо, а какой выход из ситуации, вот вы видите, например, с тем же оппозиционным блоком? Ну, то есть продолжать его также игнорировать, то есть, ну, в принципе, это не, ну, как показал Госсовет, что они могут работать. Мы же не можем как-то заставлять их или что. Вот они приняли решение не ходить на сессию. Ну, что же, это их решение. Есть еще 29 голосов, которые в состоянии принимать все остальные решения. Я думаю, это не есть проблема. Еще немножко как раз тоже тут идея касательно бюджета. Один из вопросов. Кстати, на днях выступили с инициативой, абсолютно мне тоже
понятной и интересной. Если депутаты местные и их члены семей, если им не разрешить участвовать в тендерах по... То никто не захочет быть депутатом? Да. Ну, человек должен понимать, потому что у нас все привыкли, надо идти в депутаты для того, чтобы бюджетные деньги хорошо осваивать, скажем так. И человек уже думает не о своих избирателях, он думает о том... О членах семьи. Да, о том, как получить какой-то подряд. Семья простой пример, один из, вот без фамилии, один из моих знакомых, до дня говорит, знаешь, вот как только приняли, ну, он директор одного из коммунальных предприятий, говорит, как только там выделена на предприятие какая-то там сумма, говорит, тут же вот началась куча звонков, вот там же на тебя выделено, давай вот как бы вот мне дай подряд или мне дай подряд. Говорит, вот все стали такими депутатскими депутатами, что прям... Депутатские депутаты, отличное выражение, надо будет запомнить и записать его в крылатых. У нас осталась буквально одна минута. Пару слов для наших зрителей по традиции нашей программы, вот что вы касательно темы нашей программы или вообще что вы считаете нужным донести. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех зрителей, всех наших и горожан, и граждан с тем, что наконец-то преодолен политический у нас правительственный кризис. Вчера все-таки сформировано новое правительство, сформирована коалиция, потому что затянулось это весь процесс. И уверен, что это принесет какой-то позитив, потому что надеюсь, что буду заниматься все-таки, опять же, правительство меньше чуть-чуть будет заниматься политикой, потому что правительство это больше все-таки орган экономический, а не политический. И будет предпринято какой-то ряд шагов, которые способствуют, опять же, основное это создание рабочих мест, развитие производства. Ну, как следствие, это улучшит жизнь процветание наших граждан. Украины. Да. Спасибо, Вячеслав. К сожалению, мы не смогли сегодня рассмотреть вопрос о правительстве, о принятом правительстве, что с ним ждет и его состав. Мы это сделаем в следующей передаче, в следующую пятницу. Спасибо, что пришли к нам, спасибо Вячеслав. Спасибо, уважаемые зрители, за то, что смотрели нас. С вами был Андрей Остров и Игорь Пох. Это программа «В деталях». Всего доброго.